серце полить, мене вірно любий, серце моє, серце моє. Я до тебе полити, я тебе вірно любити, тебе більше такі, та не добрі такі, серце моє, серце моє. Колись, колись вище боїся, на вороті повіся, і згінь пропади, а до мене не поди, суд тобі пе, суд тобі пе. Слова Тараса Шевченка, музика Кирила Стеценка, «Ой, літа орел». Yeah.
українська народна пісня «Їхав-їхав козак містом». Виконують чоловічі вокальні гурти «Козаченьки» і «Січ». Thank you.
Знімаю на відео, роблю панорамку, поїхав я на Луцьк. України в 91 году. Корабль имеет на себе экипажа 91 человек. Корабль многоцелевой. В зависимости от того, какую задачу идет будет выполнять корабль, загружается разный вид боезапаса. Непосредственно от постановки минного вооружения, постановки стрельбы торпедами, как по кораблям, так и по подводным лодкам. На данный час корабль у нас проходит в ремонте. В следующем году предназначен для выполнения задачи реактивных усилий. Свои, скажем так, 18 лет рода корабль побывал, выполнял очень много задач непосредственно международных. И, не знаю, даже сколько раз был за границей, сколько раз участвовал во всяких видах учений с иностранными кораблями. Экипаж, который сейчас находится, был не один раз за границей. И, говорится, тоже выполнял свой ряд задач. Первые были открыватели по поводу активных усилий, корабль участвует по борьбе с пиратами. Сейчас, я же говорю, на данный момент пока чуть-чуть перестановлено, корабль нуждается в ремонте. В следующий год запланированы выделенные кошки, проводят уже до конца года ремонт, в следующем году, в феврале месяце, уходит на боевое дежурство с активным кошком. Длина корабля составляет 70 метров, ширина 10 метров, высота 22 метра. 22 метра это не ряды котика, непосредственно с нижней подводной части до верхней подводной части. Так как корабль противолодочный, у него имеется две акустические станции. Одна акустическая станция непосредственно под вами находится, яйцо опускается вниз на глубину до 200 метров, следует дно непосредственно на дальности до 35 километров. Вторая даль, акустическая станция подкильная. В носу корабль как идет, он может на ходу спокойно обслеживать тоже подводные дно, то тоже до дальности до 40 километров. Корабль оснащен артиллерией. Это большая пушка, то, что вы видите, это артиллерийский комплекс АУ-АК-176. 76-мм пушка, дальность стрельбы до 15 километров, скорострельность 120 выстрелов в минуту. Боезапас 304 патрона, тоже предназначен для стрельбы по воздушной, морской и береговой цели.
чуть-чуть выше пушки находится. Это ОК-630. Шестиствольная артиллерийская установка, 30-миллиметровая. Филит. Так, может, погода и корабль соседний, потому что еле нас можно пополам распилить. Ну, боезапас у него всего 3000. То есть фактически на свой полный боезапас военное время может выставить меньше, чем понимать. Дальность у нее 5 километров. Ну, небольшая, предназначена для по большей части для войск ПВО, как бы для противовоздушной обороны корабля, для сбития крылатых ракет непосредственно, для которых идут на корабль. Ну, а также, например, для поддержки сил десанта противника на ближних воздухах. Чуть-чуть дальше видите яйцо такое, антенна круглая. Это система управления, которая управляет двумя арт-установками. Внизу стоит система МР-123-01 «Вымпел», которая управляет в автоматике этими двумя пушками. Она направляется как автоматически, когда осуществляется снизу операторами дальности, непосредственно на тросике, который учится. Так может стрельба осуществляться непосредственно с башни, с большой пушки отдельно. И резервный способ, резервная колонка, оттуда вот тоже на тросике можно стоять и сам управлять непосредственно стрельбой обоими пушками или по отдельности каждой. Минные дорожки. Видите, такие как бы рельсы по кораблю идут небольшие. Это на самом деле минные дорожки. На данный час у нас стоит бомбоотбрасывающее устройство. Здесь идет большие бомбы, ББ-1. Корабль заходит на подводную лодку, производится сброс бомб. Бомбы приводняются, идет взрыватель динамический. То есть действительно глубины, давление придавливается, производится подрыв. Представляется определенная глубина, бомба приводняется, проводится подрыв. Корабль заходит на подводную лодку, правовое сбрасывание бомбы подрывает подводную лодку. Это если корабль идет непосредственно для выполнения задач по уничтожению подводной лодки. Если корабль идет по выполнению задач постановки мин, бомбосбрасывающее устройство сбрасывается на берегу, оставляется, сюда загружает корабль мины. Вот сюда закатываются мины непосредственно, или это донные мины, или глубинные мины, что выставляют верхнюю, нижнюю или среднее положение, тоже непосредственно какие заграждения. Корабль берет здесь 4 мины, по левому борту 3. Вот. Багамины. А? Багамины. УДМ-600, 500. Вот там, где мы живем, вот там мины стоят. На корабле, в общем, 9,5 тонн взрывчатого вещества. Противно. Корабля был выше. После того, в 98 году корабль пришли в Новые Штаты, корабль понизили в ранге, корабль третьего ранга. Раньше каждые полчаса отбивалась рында. В определенное время, в 12 часов идет бой на 4 раза сдвоенные. И так каждые полчаса непосредственно определенный бой идет. Также этот военно-морской толк предназначен, как корабль идет в тумане, непосредственно подаются сигналы звонков для привлечения внимания, чтобы не, ну, в избежание столкновения судов в море. Можно фотографировать. Торпеды наводятся как бы элеваторному следу, для головку самонаведения открытого типа. Стрельба производится, торпедный аппарат по линии будет разворачиваться на угол до 35 градусов. И торпеда с помощью вот этого баллона просто выстреливается в воду. Торпеда падает в воду, в воде запускаются аккумуляторы. Она автоматически отходит на определенный, проходит километр вперед, отворачивает сама на свой угол. Идет, еще проходит 2 километра прямо, открывается головка самонаведения, а потом уже пошла искать подводную лодку или подводную цель. Тоже. Скорость торпеды 40 узлов, дальний сход от 10 узлов. А если в километрах? А? 40, я говорю, 30 километров у него дальность хода, дальность, она 30 километров может уйти. А скорость это 40 узлов, то есть километров это где-то порядка 70 километров. Приветствую этой страны, которая нам
сейчас уже на данный момент количество такой боезапасов уже не выпускается. Старые, которые есть, они уже негодные предназначения и поставили, что там можно уже целесообразно. Проект, который уже чуть-чуть позже выпускался, точно такой же план. Его уже ограждение корабля от тропе. Смысл его? Это герб корабля, тут тоже можно пофотографировать. Интересно. Момент, как корабль назвали. В Луцком в 93-м году подняли флаг. Повесили. Это непосредственно город делал, изготавливал, и на корабли повесили непосредственно свои имя. Спасибо. То есть Кривицкий. Ага. Здесь внутри находится ПЗРК, противозенитная ракетная установка ИГЛА-1М. Это то, что вы видели, базука. Базуки, вот это вот, тепловое стекловое головка наведения, да, стрельбы по низколетящим целям, самолеты, вертолеты и непосредственно ракеты. И остальное это мальчик вот здесь вот, по правому, по левому борту, непосредственно ракеты, цель шла, идет ракета, стекловая головка. Летайте с семьями, как говорится, кто будет, нас всегда рады видеть. Спасибо. 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 Киевстар с думкою про вас. Наш друг. Да, я наш друг. Ты не такие колосы робишь, да? Ну, да. Там десь полтора. Він чуть не помер. Ця пара жінка. І в чому було? Вона нас спасла його. Побрала з дому. Спасла його. Хотел, чтобы не было, чтобы не было.
Я ж мені знову, що тут, що тут, що тут,
Академия Струка! Почетный знак министра обороны Украины вручается кращему выпускнику Академии 2013 року, відмінника навчання, лауреату президентской премии, старшине другої ці Гаджезі Івану Анатолійовичу. Старшина другого ці Гаджега до трибуни! Гордик Республіки Італія вручається кращому випускнику академії, відмінку навчання та бойової підготовки, стипендіату премії президента України, Кабінету міністрів, курсанту, який проходив практику та стажування на кораблях військово-морських сил Італії, старшини другої статті пана Ходячуку Станіслава Валерійовича, старшина другої статті Погалищук до трибуни. Корчик вручає військовий таше питання оборони Італійської Республіки Україні, полковник Амадео Сантеро. Курсанти випускного курсу та місць отримання офіцерських погон. Руки! Слухай наказ міністра оборони України номер 211 від 29 червня 2013 року. Параграф перший. 39 випускникам, які закінчили Академію військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, присвоїти військове звання лейтенант та призначити на посади у військових частинах військово-морських сил Збройних сил України. Параграф другий. 6 випускникам, які закінчили Академію військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова, присвоїть військове звання лейтенант та направити для проходження військової служби до Державної прикордонної служби України міністра оборони України Павла Лєвєня. Кортики та погони вручити. Шість чоловік. Лейтенант має. Є. До мене. Слухаю. Дуже українського народу. Лейтенанта маєш. Я. Служу українському народу. Слухай. Лейтенант Андрюшкін. Я. До мене. Служу українському народу. Курсант Конохов. Я. До мене. Слухай. Лейтенант Андрюшкін. Хату достроєно. Служу українському народу. Служу українському народу. Лейтенант Кулешов. Лейтенант Арбуз. Я. До мене. До мене. Слухаю.
Сам сиба. Є, до мене. Лейтенант Белик. Є. До мене. Лейтенант Беликов. Служу українському народу. Лейтенант Коха. До мене. Лейтенант Требушкин. Я. До мене. Ще потрогай. Чуть-чуть потрогай. Ну я не достаю. Служу українському народу. Лейтенант Калашевський. Я. До мене. Выпускники! Лівого! Для приведення форми одягу відповідності військового звання! Рукам! Они там перекрыли.
Алло. Алло. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Я зустрічі офіцерів випускників. Трука! Рівняння! Ліворуч! Випускники, до прощання з боєпрапором Академії військово-морських сил Павла Павловича Нахімова, приступити! Okay.
Добрим словом звертаємося до всіх, хто причесний до нашого сьогоднішнього свята, дня випуску, вручення погон та кортиків випускникам Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. До привітального слова запрошується міністр оборони України Лебедєв Павло Валентинович. Уважаемые адмиралы и генералы, офицеры и курсанты, матери, жены, приглашенные, от имени президента Украины, верховного главнокомандующего вооруженных сил Украины, от себя лично поздравляю вас с присвоением первого офицерского звания лейтенанта. И желаю вам 7 футов под килем. Хочу вам пожелать, самое главное, быть преданным. Преданным своему народу, своим семьям и долгу и чести, ради которого вы прошли трудный путь учебы в Академии Нахимова. Сегодня руководство страны, в первую очередь верховный главнокомандующий Виктор Янукович, правительство Украины, уделяет огромное значение вооруженным силам Украины. В этом году принята государственная комплексная программа развития и реформирования вооруженных сил на 2013-2014 год. В основу этой программы заложены принципы, непосредственно связанные с поддержанием боеготовности и боеспособности вооруженных сил Украины. В первую очередь это связано с постоянным проведением боевой готовности, боевой подготовки личного состава вооруженных сил. Заменой, модернизацией новых видов вооружений и техники, переходом на профессиональную контрактную армию. И самое главное и большое значение уделяется президентом на решение социальных проблем военнослужащих. Только в этом году решены вопросы, связанные с повышением денежного довольствия для вооруженных сил в два раза на протяжении этого и следующего годов. Решен вопрос компенсации жилья за поднаем для офицерского состава. На семью в составе 3 человек компенсация составляет 2500 гривен. Заложены и приняты ряд постановлений Кабинета министров, которые решат самую главную проблему офицеров и контрактников – это жилье. Принято несколько постановлений Кабинета министров, которые создают механизм привлечения финансирования для решения этой самой злободневной проблемы. Доброе вітального слова. Запрошується командувач військово-морських сил Збройних сил України, віце-адмірал Ільїн Юрій Іванович. Товаришу міністру оборони України, товариші адмірали, офіцери, мічмани, старшини, курсанти і матроси, дорогі ветерани, шановні почесні гості. Сьогодні дуже важлива подія у військово-морських силах України. 45 вчорашніх курсантів Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова отримують путівку подальше військове життя. В процесі напруженого навчання, товариші лейтенанти, ви отримали необхідні знання, навички та вміння, які стануть для вас надійним фундаментом у подальшій службі. Ви набули цінний досвід взаємовідносин, знайшли справжніх друзів на все своє життя. Ви – майбутнє військово-морських сил. Саме вам вже завтра нести військово-морський прапор України по морях Світового океану, вести наш флот вперед і перемагати. Сила,
Чисти к вам фарватерів і сім путів під кілом. Слава військово-морським силам України! Слава Україні! До слова запрошується перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Рубанов Олег Федорович. Уважаемый товарищ министр обороны, уважаемый командующий, уважаемые ветераны, адмиралы, офицеры и курсанты, от имени Севастопольской городской государственной администрации, от себя лично, поздравляю вас с завершением учебного процесса в Академии Вооруженных сил Украины имени Павла Степановича Нахимова. За годы, проведенные в стенах этого легендарного, прославного учебного заведения, убежден, что вы стали не только профессионалами в своей военной специальности, но и приобрели все необходимые качества военного моряка, офицера военно-морских сил Украины, такие как доблесть, честь, отвага, любовь к нашей Украине. Убежден, что девиз «Честь имею» — это не просто для вас громкие слова, а руководство к действию во время выполнения вашего воинского долга и повседневной жизни. Руководство страны, командование руководства министерства, руководство города большое внимание уделяет развитию военно-морских сил Украины. Это сказалось в последнее время в завершении капитального ремонта большого количества кораблей и судов военно-морских сил Украины, постоянному обновлению модернизации вооружения и средств связи. Но не только мы обращаем внимание на то, чтобы было на чем служить и чем воевать. Очень важное значение имеет социальный статус наших морских офицеров. И для этого делается очень многое. Начиная от материального довольствия, решения основного вопроса жилищного, так и вопросов нахождения детей в детских садах. Хочу заверить вас, что в Севастополе дети семей военных офицеров имеют приоритетное право поступления в дошкольные учебные заведения и школы города Севастополя. Эта работа будет продолжаться и в дальнейшем только с нарастающим знаком. Уважаемые выпускники, хочу пожелать вам в этот торжественный день уверенности в завтрашнем дне, оптимизма. Хочу пожелать вам и высказать уверенность, что тот сплав знаний и традиций, которые вы получили в легендарном городе Героя Севастополя и в легендарных стенах этого учебного заведения, позволит вам достойно выполнить воинский долг. Поздравляю вас с этим торжественным днем. Удачи вам, попутного ветра и 7 футов под килем. С праздником! Добрый день, на слово. Запрошуйте глава Севастопольской городской рады Дуреника Юрия Васильевича. Уважаемый министр обороны Украины, уважаемый главнокомандующий военно-морскими силами Украины, уважаемые адмиралы и офицеры, дорогие ветераны, уважаемые выпускники, члены ваших семей, матери, отцы, невесты, жены, сегодня знаменательный день. Прежде всего я хотел бы от имени Севастопольского городского совета поздравить со знаменательным событием в вашей жизни. Вы стали офицерами. Офицерами, выпускниками славного училища имени Павла Степановича Нахимова. Убежден, этого дня ждали не только вы. Его ждали, готовя вас настоящими офицерами, ваши преподаватели. Те, кто учил вас военному мастерству, умению служить Родине, умению ценить те традиции, которые веками создавались в городе-герое Севастополе. Есть одно очень важное, что вы должны помнить всегда, что каждый одевший себя форму воинства называется защитником. А раз защитник, значит от него требуют, чтобы он защищал. Что можно защищать, если ты не будешь иметь любви к родине? Да ничего. Я буду зарабатывать деньги в воинской форме. Я буду профессионалом в воинской форме. Но я не буду никогда ни защитником, ни воином. Потому что такой воин сегодня служит одному, завтра другому. Внутри него нет самого главного.
Есть стержень, который является прежде всего дух, дух защитника Отечества. Прекрасная известна нам фраза: есть такая профессия — Родину защищать. Сегодня перед нами стоит несколько десятков совсем еще молодых офицеров. Им кажется, сегодня исполнилась их заветная мечта. 5 лет, которые они провели в стенах этой школы, ушли уже в историю. А на самом деле только начали. Давайте, круто.
А мікрофони? Так, як вас? Давай. Зараз ми піднесемо, строй. Полеченьки. По голосам. Полеченьки. Група по голосам. Наша. Мама, я тут заберу на школу. Да ты что? Thank you.
У вас плохо, наверное, здорово, что я так сказал, так? Нет, не скучно. Да ладно, да ладно. Да ладно, да ладно. Да ладно, да ладно. Да увага, козаченьки! Січ! Міністерство оборони! Многое лето! Поможу! Другий ряд, другий ряд.